Лобелию лучше пикировать на стадии двух настоящих листочков. Так удобней. Но у меня есть еще переросшая рассада. Ее я тоже буду сейчас пикировать. Просто достаю. Разрываем ее на несколько частей. Вот таким образом. Далее берем стаканчик. Делаем в нем углубление. И вставляем туда вот такой пучок. Можно его разорвать еще на несколько частей. Лобелию заглублять можно до семидольных листочков. Устанавливаем и прижимаем. Поливаю водой с добавлением суспензии хлореллы. Но можно обычной водой. И добавляем немного грунта. Слегка уплотняем. Ну вот и все.